я считаю, что лучшее время «Единой России» оно уже прошло. И звезда этой партии будет клониться к закату. Сейчас главный инструмент политической борьбы этой партии – это низкая явка. То есть приводить только тех людей, которые вынуждены за нее голосовать. Привозить их на автобусах, там, применять другие методы воздействия – бюджетники, военные, заключенные. То есть любые люди, которые подневольны. И всячески создавать у всех остальных иллюзию, что никаких выборов нет, оставайтесь дома, не приходите, ничего не делайте, для того, чтобы те, кто настроен оппозиционно, не вмешивался в ход голосования. Поэтому все, на мой взгляд, находится в наших руках. Если мы, как население, мы, как политики, сможем преодолеть вот эту апатию, если мы сможем убедить, а для этого мы должны выдвигать настоящих кандидатов, сильных кандидатов, которые, очевидно, могут претендовать на победу, то тогда ситуация в стране будет меняться. А до тех пор, пока все будут спать по домам или махать рукой и говорить, ничего не изменится, или тем более сознательно бойкотировать процедуру выборов, то будет побеждать «Единая Россия».